Всем привет, с вами Fisherman Hunter. Сегодня я хочу вам показать один небольшой нюанс. Все же знают, что на лодках ПВХ устанавливаются паёлы, которые закрепляются между собой по бокам алюминиевыми профилями. И в этих профилях, я думаю, что многие сталкивались вот с такими вот пластмассками, которые, вот видите, вот сюда вот вставляется вот эта вот пластмасска, и она вылетает. И я решил найти выход из этого положения. Подойди сюда. Смотрите. Просверлил отверстие, ближе возьми сюда. Просверлил отверстие, вот здесь сквозное, здесь сквозное, здесь сквозное. И получается вот на такие вот заклепочки сейчас шлепну их, и они не будут больше сваливаться. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.